Неужели ты в этом городе? Возьмешь меня сюда, но ты так и не выполнил своего обещания. Что ж, теперь я здесь одна. В нашем особом месте. Жду тебя. Я получил письмо. На конверте имя Мэри, имя моей жены. Это смешно. Это просто невозможно. Это я продолжаю твердить себе. Мертвые не пишут писем. Мэри умерла от той проклятой болезни 3 года назад. Тогда почему я ищу ее? Наше особое место. Что она имела в виду? Весь этот город был нашим особым местом. Может, она имела в виду парк на озере? Мы провели там целый день. Просто сидели вдвоем и смотрели на воду. Неужели Мэри действительно там? Она жива и ждет меня. Thank you.
Извините, я... Простите, я просто... Нет, все в порядке. Я не хотел вас напугать. Я заблудился. Заблудился? Да, я ищу Silent Hill. Это правильная дорога? Ну, да. Через туман почти ничего не видно, но здесь дорога только одна. Вы не свернете при всем желании. Спасибо. Но... Да? Я думаю, вам лучше не ходить туда. Этот город. С ним что-то не так. Трудно объяснить, но... Там опасно. Возможно. И это не просто туман. Это... Хорошо, я понял. Буду осторожен. Я не лгу! Нет, я вам верю. Просто... Я думаю, на самом деле, мне все равно, опасно там или нет. Я в любом случае пойду туда. Но почему? Я ищу кое-кого. Кого? Кого вы ищете? Одного очень дорогого для меня человека. Я сделаю все, что смогу, чтобы снова быть с ней. Я тоже. Я ищу свою маму. В смысле, мою мать. Прошло немало времени с тех пор, как я ее видела. Я думала, мой отец и брат были здесь, но их я тоже не смогла найти. Простите, это не ваша проблема. Нет, я надеюсь, вы найдете их. Да, надеюсь, вы тоже. Вы вроде бы кого-то искали? Да, конечно.
Что это, черт возьми, такое? Это не человек. А, да. Поломалась, что ли? Рент, ты слышишь? Приди ко мне. Джеймс, я жду тебя. Особом месте. Джеймс. Что за... Думаю, возьму его с собой. Может пригодиться.